что сегодня будем делать? Сегодня мы открываем это глазастика. Глазастика, да? У нас есть такой глазастик, самосвал, да? С формочками, сортер, да? Он сам, что он может делать? Он может ездить его. Тут он может, тут он кричать. Ездит сам, да? Загружать. И даже выгружает свои фигурки, да? И отталкивается от препятствия, да? Ищет сам путь. Вот. И световые эффекты, да? Есть. Ну да, давай, ну, уже буду меня спокойно. Давай. Сам откроешь или поможешь тебе? Вот у нас глазастик. Доставай. Оп, у нас глазастик. Что у него там есть внутри? Покажи нам. Вот, смотри, вот тут получается. Он уже начинает ездить, да? Ой, он начинает выгружать. Поможем ему, да? Что-то выгрузил. И поехал дальше, да? Ой, он и все выгрузит. Ну, сейчас еще начнет выгружать. Ну, давай выключим, да? Пока. Так, пока выключим, давай посмотрим, как он ездит сейчас, да, там, где больше места. Чтобы он закрыл. Давай. Ну что, проверим, как глазастик на полу ездит? Ну да. Тут больше места, да? Ну да. Давай, включай. Вот тут. Кнопочки. Разворачивается, да, сам, и выгружает. Ага. Ездит, разворачивается сам, да? Ой, уже поехал. Опять выгружает, да? А, нечего выгружать, да? Фигурки ты не загрузил? Разные мелодии, да? И опять выгружает, да? Ну что, понравилась тебе игрушка? Ну да. Классный самосвал? Ну да. Глазастик, да? Ну что, ставьте лайк. Ставьте лайк. Подписывайтесь. Подписывайтесь. На канал Мистер Айрс. Пока-пока. Пока-пока. До новых встреч. До новых встреч.